Миш, давай поговорим. А эта информация очень важна. Приятно в этот момент? Конечно, приятно. Большое спасибо, что были с нами. Привет! С вами Диджей Тага, мы находимся в Wolf of DJs, и сегодня у нас в кадре Михаил. Это директор одного из самых крупных магазинов диджей-оборудования в России. Ну, собственно, в этом магазине мы сейчас и стоим. Привет! Привет всем! Мы решили сделать этот обзор, потому что в этом магазине есть реально тот самый выбор, та самая душа, которая присуща настоящему диджеингу. То есть есть old school, есть понимание, адекватность. И мы обсуждаем наушники различных брендов, и сегодня мы узнаем у Миши статистику, что реально выбирают люди, потому как они делают огромные продажи. И их продажи – это реальный выбор людей. Миш, давай поговорим. Вот есть люди, есть их выбор. Они знают о наушниках или не знают о проблемах с ушами, или там о каких-то историях, которые заставили их купить. Ну, например, маркетинг, жесткая агрессивная реклама, советы друзей или навязывание бренда, когда они подмешивают понимание, что, может быть, этот бренд делает только одно хорошо, а другое не очень. То есть вот что у вас? Ну, как правило, тут все, кого ты перечислил, они все бывают. Есть люди, которые разбираются, есть люди, которые фанатеют за бренд, а есть люди, которым это важно, как выглядит, но не важно, как звучит и портит свой слух. То есть, но история в том, что все они приходят по-разному, с разными целями. И, как правило, многих даже сложно переубедить, что, допустим, вам это сейчас не нужно, возьмите лучше другие. Что касается, допустим, категории там первой, это которые просто фанатеют от бренда, иногда их пытаются, их можно переубедить. Им можно показать разные пары наушников, они послушают и уже начнут сомневаться. То есть неужели только такое, знаешь, ощущение, что они знают только один бренд и больше не смотрят, не видят, не читают, не изучают. А здесь мы показываем, и бывают такие моменты, когда они переключаются и покупают. Приятно в этот момент? Конечно, приятно, да. Потому что мы им как бы подбираем и более такие наушники в примерно таком же прайсе, либо даже дешевле, но на качество иногда даже выше. Вот. А бывает иногда такое. Как правило, люди все равно здесь приходят, и могу сказать, что могут приходить реально за одними, а покупать другие. То есть это все, грубо говоря, индивидуально. Лучше все послушать, конечно, дать такую возможность и уже определиться. Но все наушники, которые здесь стоят, это все наши фавориты, которые очень круто продаются, и люди только их и спрашивают, на самом деле. В магазине представлено большое количество наушников. То есть, кроме этих моделей, там их в разы больше. Да, конечно. Это сделано для ассортимента или это есть подача, например, бренда, который говорит, продавайте и вот это, и вот это, и вот это? Нет, нам сложно нам сказать, что нам нужно продавать. Мы на самом деле делаем как? Мы сегментируем по ценовой категории, слушаем каждые наушники, выбираем, и то, чтобы действительно мы купили, мы ставим на полку и загружаем это на сайт. У нас нет такого, что мы загружаем вообще все подряд, все попало, и начинаем это просто сливать каким-то там образом. То есть мы реально очень отборочно. Вы за true, за настоящий. Да, мы за true, мы прям все отбираемся, слушаем, и всех этих наушников, даже которые бюджетные, не стыдно в них пойти поиграть, и они хорошо будут звучать. У нас осталось 4 модели, которые являются, наверное, мечтой многих диджеев. Давай начнем, например, с Pioneer. Давай на них посмотрим. У нас есть 2 модели, которые, по сути, представляют из себя примерно одно и то же, только с разным креплением, я так понимаю. По классике Pioneer все устройства упакованы всегда очень круто, упаковываются классно, как контроллеры, так и вертушки. Сколько бы я ни покупал, ни приобретал, мы можем видеть, что это очень нормальная упаковка. 2 вида шнуров, сумочка, к сожалению, не жесткий кейс, и Pioneer тут намекает, что вы должны, видимо, его докупить. И давайте посмотрим на сами наушники.
Сейчас у меня в руках HDJ X7, то есть то, что сейчас очень много слышно на форумах, в различных чатах, люди их обсуждают, люди говорят, что это крутые наушники, что купите, не пожалеете, и они реально звучат. То есть я слушал такие наушники и слушал X10. И могу сказать, что да, это наушники, которые у Пионера реально получились. В отличие от 2000-х, которые мне казались, ну, и тяжеловатыми, и неудобными. То есть это такая история, которая еще пережиток тех лет, когда наушники просто должны были быть большими. Но вы должны понимать, что когда диджеинг, а сейчас это очень часто стало, диджеи стали играть не по часу, а там не по два, а по пять, по семь, эти наушники достаточно удобны. Но немножко, мне кажется, жестковатые в конструктиве и в скелете, что может быть кому-то не так удобно. Это на самом деле логическое продолжение как раз 2000-х наушников. Они, если присмотреться, примерно так же и выглядят вообще. То есть, ну, единственное, что у них здесь материалы чуть попроще, они могут сломаться чуть-чуть побыстрее, но я даже видел примеры, когда 2000-е, вроде как металл, но их просто вот так ломали, приносили, поэтому... В отличие... Да, какая-то... Но это логическое продолжение. Они очень сильно напоминают наушники Sennheiser HD8 DJ, то есть в них есть эти пересечения, в отличие от того, что если вы посмотрите рекламу Sennheiser HD8 DJ, сейчас вы видите фотку того, что можно делать с Sennheiser, и вот с этими наушниками этого делать нельзя. Однако это реально может быть хорошим выбором, потому как за уже достаточно серьезный бюджет, потому что эти наушники стоят дороже, они стоят в районе 15-16 тысяч, но могу точно сказать, что они приятнее в руках и на голове, допустим, чем аудиотехника. Это если сравнивать их по тактильным ощущениям. Однако выбор должен быть за вами. Это та история, которую вы должны обязательно слушать. Тогда вы будете делать свой выбор. Следующие наушники — это HDJ S7. Это аналог тех, что мы смотрели до. Давайте посмотрим, как упакованы они. И вот здесь мы уже видим жесткий кейс. То есть это то, что отличает предыдущую модель. И это на самом деле очень удобно. Конечно, можно было добавить какой-нибудь ремешок, да, чтобы их можно было таскать, чтобы они случайно не вывалились у вас в самолете, не упали под поезд. Это уже ближе к тому, что привыкли видеть диджеи из разряда ай-яй-яй или Sennheiser HD25. Они по весу почти такие же, то есть не обманывайтесь, что они там весят намного легче, чем предыдущие, потому что в руках они держатся именно так же. На голове примерно то же самое. Я не могу сказать, что они там как-то существенно легче или по-другому давят на голову. Что вообще обычно люди говорят о таких наушниках? Ну, то есть вот кто их выбирает? Красиво. Красиво? Красиво, хорошо звучат, да. На самом деле они очень близко по звуку с Sennheiser'ами 25-ми, и люди об этом говорят, и мы тоже это слышим. И даже они выглядят примерно так же, уже в этот сегмент пошли, чтобы визуально даже они были похожи. То есть хороший звук выглядит вот так? Ну, примерно да. То есть по дизайну. То есть не просто так люди думают об AYA или HD25, или, например, Urban Ears, которые мы смотрели, они тоже очень сильно похожи к вот этой дизайнерской истории. И наушники реально неплохие, то есть их можно рассматривать. Единственный момент, который мы обязательно сравним, и вы сейчас обратите на него внимание, это вот этот ободок. В отличие от Sennheiser, он не будет так же гнуться, как Sennheiser. Та самая история, которая, ну, не поможет вам избежать глупых поломок. То есть тут есть болтики, которые могут плохо себя вести, это уже проверенная история. И вот этот механизм, который в случае Sennheiser можно менять. То есть у Sennheiser есть огромный плюс, что можно заменить абсолютно любой элемент. А в этой модели этого делать нельзя. Однако это уже тот самый шаг, когда вы по каким-то причинам фанатеете от бренда Pioneer, ну, по каким-то, потому что вы его любите, и вы хотите, чтобы на вашей голове был именно Pioneer. Вы можете купить именно эти наушники, потому что это уже звук максимально близкий к тому, чтобы не посадить свои уши, а реально наслаждаться звуком. То есть, ну и наличие жесткого кейса, и вообще вся эта красивая история, как это сделано, она тому способствует. Но Пионеру я бы посоветовал сделать ремешок, потому что, если честно, то, ну, вот этого недостаточно. А бывают ситуации, когда диджей в запарах, в гастролях заставляют в аэропорту все досматривать, доставать. Это просто может выскочить куда-то, но это будет не очень прикольно, это лишнее движение.
А так это очень хорошие, достойные наушники. И на очереди у нас вот такой вот замечательный бренд. Давайте откроем коробку, посмотрим, что внутри. И мы видим, что это модульные наушники, которые поставляются вот в таких пакетах, как еда для космонавтов. Можно их вскрывать, но сейчас в данный момент не будем, потому что у нас есть наушники уже собранные и скрытые. Плюс этой истории, помимо того, что они качественно звучат, в том, что вы можете собрать свои наушники. И на сайте производителя можно подбирать разные ингредиенты, которые устроят именно вас. Одной пользой, которую я могу с вами поделиться, которая реально гуляет на просторах интернета среди диджеев, это то, что вам надо покупать вторую версию этих наушников, потому как первая, к сожалению, не всегда долго служит. Они часто ломались, но это был не по вине AIA. Тот завод, который должен был их производить, они не добавили нужный материал в пластик, и из-за этого все ломалось. Это был брак, в принципе, производства. AIA это доказала и засудила этот завод. И теперь, если у кого-то ломается ТМА-1, они бесплатно их меняют на вторую модель и вам высылают. Очень полезная информация. Да, однако есть такая история, когда вы приобретаете, например, на БУ рынке, то есть вы поняли, что AIA это ваша история, обязательно смотрите на то, какая это модель. На БУ лучше не покупайте первую, потому что вдруг вы окажетесь без чеков или у вас чего-то не будет хватать, и вам просто не смогут поменять, и вы останетесь плохим наушником. Для замены нужен обязательно чек. Прям 100%. И мы переходим к лидеру, который у нас очень часто в обзорах, и который мы смотрим постоянно, это Sennheiser HD25. На самом деле, в данный момент я распаковываю уже, наверное, четвертую коробку этих наушников. Они каждый раз меняются. Это классика, которая уже много-много-много лет выбирается диджеями по всему миру. И я могу сказать, что обычно их выбирают диджеи уже с опытом. Даже я пришел к ним спустя 20 лет, мне всегда казалось, что это очень какая-то хлипкая история, которая будет ломаться, которая непрочная, потому что я не понимал, как этот пластик может называться диджейским, почему вот эта штука раскрывается, я не понимал и этого, я не понимал, зачем эти тонкие проводки, почему они торчат, потому что я привык, что это мощные вращающиеся механизмы, скелет такой прочный, алюминиевый, и я думал, за что платить такие деньги, они же стоят-то немало. То есть эти наушники стоят в районе там от 11 до 16 тысяч рублей в зависимости от модели и различных там факторов цены магазина или региона, где вы их покупаете. То есть это серьезная сумма денег за наушники, причем даже нету витого провода конкретно у этой модели. Но именно эти наушники от той истории, когда вы можете просто доверять, послушав их, вы поймете, что вы не хотите другие. То есть, когда человек некоторое время проведет в этих наушниках, он почему-то не хочет переходить на другие. Вот по вашей статистике, какие люди покупают? Потому что вот по моей очень много споров, особенно у начинающих, которые послушают их один раз, не понимают, что это за сухой плотный звук, который как-то им сложно понять, они не слышат басов там или какой-то яркой картины там, которую бы они хотели слышать. Какой покупатель на эти наушники? Абсолютно разные. Очень много от рекомендаций, потому что это уже сарафанное такое радио. И именно этой модели доверяют многие диджеи, и в диджейской тусовке все про них говорят. То есть, если сюда приходят покупать именно Sennheiser, то они именно их и заберут. То есть, тут по-другому никак. Как правило, это не бывает залетных людей, это поэтому просто все диджеи на них играли. Цель. Это прям цель, да, прийти именно их и забрать. То есть это круто на самом деле, потому что данную модель они не меняют ни в дизайне, ни в технологиях уже больше там, 15, по-моему, лет. И все диджеи, которых мы знаем, которые были нашими там, кумирами, там, и они, получается, все на них отыграли. То есть, и каждый диджей прошел через эти наушники. Поэтому здесь как бы такая трушная история того, что типа не нужно ничего менять, ничего выдумывать. Можно вот просто верить. Модель, да, вот есть одна модель, вот мы ее делаем, ничего нам переделывать не нужно. Типа, зачем, когда все хорошо? В чем прикол этих наушников? Когда мы говорим о звуке, я говорил в первом выпуске о наушниках, мы подразумеваем слух, то есть то, что мы
реально слышим и потребляем, ну, как люди, которым нужно не убить свой орган, отвечающий за наше восприятие окружающей среды. И эти наушники с самым ровным АЧХ, то есть это то, что дает настоящий звук. Очень многие люди, сейчас вы меня попытаетесь услышать, особенно молодые диджеи, которые очень часто нахохливаются, грудь вперед, то есть такие типа, да че, да там крутые наушники, они басить должны. Когда люди покупают часто профессиональные мониторы в студию, они не слышат какой-то крутизны. Когда вы покупаете мониторинговый звук, а это именно мониторинговый звук, вы не получаете какой-то яркой, красивой картинки, вы получаете честный звук. Когда вы начинаете правильно слышать, и ваши уши привыкают к хорошему, именно тогда происходит магия, и вы уже не можете слушать другие наушники, потому что вы начинаете слышать изъяны. То есть вы начинаете слышать либо яркие высокие, либо яркие средние, либо очень басовые низкие, что в принципе для вашей работы не нужно, потому что вы работаете с нотами, с гармониками, вы работаете с совмещением треков и звуков, и вам надо слышать все слои максимально прозрачно. Именно это дает мониторинговый звук, который человеку не натренированному и не образованному в звуке очень часто может показаться, что это плохо. И поэтому, когда вы слушаете эти наушники первый раз, они вам могут показаться говном. Но это на самом деле не так. Это та самая история, в которую надо просто поверить. Поверить клубному миру, диджейскому миру, про миру продюсеров. И очень, кстати, много диджеев-продюсеров пишут свои крутые треки в этих наушниках. То есть не в каких-то суперкрутых, например, типа там AKG, Ultrazone или там других Sennheiser'ах. Там есть история именно этих наушников, потому что по сопротивлению они почти под все карты подходят, потому что они легкие, потому что их легко перевозить. И даже когда мы их пихаем в сумку без жесткого кейса, они не ломаются. А если вдруг они сломались, мы можем поменять отдельно проводок. Этот проводок можем поменять, дужки или весь скелет, или вообще все, что хотим. Мы можем заказать любую деталь. И в этом их сила. Но обратите внимание, что покупать такие наушники стоит только у очень проверенных дилеров, то есть у магазинов, которые являются непосредственно прямыми партнерами Sennheiser или точно Белым Возом, потому что подделок вот этих наушников гигантское множество. Просто это, наверное, одни из самых подделываемых моделей, потому как если вы купите себе брак, ну то есть не настоящие, вы никогда не узнаете качество. И очень часто цена на брак может отличаться всего лишь в 1000 рублей. То есть как бы вы такие купили подешевле, но здесь надо просто реально смотреть на дилеров. То есть те, которые реально работают с настоящим Sennheiser, обязательно у магазина запрашивайте эту информацию. И если вам ее не могут предоставить, то это не тот магазин, где надо покупать именно эти наушники. Запоминайте, что им можно доверять. Это просто человеческий опыт, который был уже пройден не только нами, а гигантским количеством продюсеров. То есть, просто крутой продукт, который на рынке, можно, наверное, корону ему дать, там, Грэмми, Оскара, там, и вообще всего остального. Они получили много наград, как лучшие наушники для звукорежиссера. Вот, исходя из того, что там настолько хорошего АЧХ, и все можно там сводить и писать, делать на них вообще и диджей-сет, и написал трек, и послушал чужой трек, подходит вообще абсолютно для всего, даже фильмы можно смотреть. Так вот, когда мы одеваем их на голову, мы их практически не ощущаем. И сейчас я себя почти не слышу, потому что, несмотря на то, что мои уши амбрашюры не закрывают полностью, эти наушники крутые, то есть они помогают мне работать хорошо даже в громких экстремальных условиях. Теперь важный момент для тех людей, которые до сих пор верят в гигантские амбрашюры, которые закрывают вам полностью ухо. Первое. Вы, закрывая ухо, его окутываете в вакуум, то есть ваши уши начинают потеть. Вы этого не понимаете. Когда вы играете больше 1.5 часов, у вас начинается история с развитием грибков и различных болезней ушей, которые очень серьезные. Второй момент. Когда вы наушники одеваете, и если они ваше ухо окучивают полностью, то они опираются на ваши виски, височные доли, на то, что в голове являются точками, от которых может потом болеть голова, расстраиваться слух и прочие вещи. Это технические медицинские факторы.
большие наушники – это не значит, что это круто или что это важно. Мы привыкли это видеть, и эта ассоциация родилась больше со звукорежиссерами. Но, друзья, когда вы увидите звукорежиссера, попросите дать свои наушники одеть, ну, то есть попробовать их одеть. Вы поймете, что звукорежиссерские наушники, они совершенно другие, они легкие, они по другому конструктиву собраны, и вы их не будете чувствовать на голове. То есть настоящие дорогие наушники для сведения работы в студии – это совершенно другая история. И вот тут еще один момент. Я вам советую никогда не давать свои наушники кому-то одевать на голову, потому что через наушники передаются бактерии. И вы можете получить себе заболевание, которое можно лечить иногда до года, там, закапывая себе разные капли и прочее. Наушники – это такая же гигиена, как ваши трусы. То есть вот в прямом смысле трусы, не диджейские трусы с точки зрения наушников, вертушек и проводов, а именно те трусы, которые вы одеваете на свою голую жопу. Вот эта вот история должна быть только ваша. Давайте мы разберем момент, который с ними есть. Мы сейчас откроем эту коробочку, вернее, посмотрим, что на ней написано. На ней написано мониторинг DJ and Studio. То есть это средняя линейка, ну как бы средняя. Это сейчас она представлена в трех версиях, и многие путаются. Есть Light, есть вот такая история, и есть Plus. То есть есть еще категория Plus. Plus отличается от этой коробочки в том, что там просто больше комплектаций. Там есть витой шнур, запасные велюровые амбрашюры и, собственно, это все отличие. Поэтому между плюс и вот этими разницы нет, но между плюс вот этими и лайт разница огромна. А в звуке очень важен баланс, который как раз в серии лайт не такой. То есть мы не получим звук, который именно тот хваленый, настоящий, который выбирают профессионалы. Вы здесь не сэкономите. Вы просто купите наушники дешевле, но переплатите, потому что, скорее всего, в этом случае лучше выбрать наушники Urbanist Zinken. То есть те наушники, о которых мы говорили ранее. Они тоже похожи дизайном, но тут просто будет небольшая экономия денег. В рамках этого бюджета, то, конечно, Sennheiser крутой бренд. И в случае Sennheiser целая индустрия инженеров работает на то, чтобы придумывать крутые наушники и микрофоны. И в этом их сила. Именно поэтому многие диджеи выбирают вот эти наушники. В то время как другие компании, например, как Pioneer, продают микроволновки, телевизоры, контроллеры и вообще любую херню. Ну, например, так же, как фирма Samsung продает автомобили. Хотя я сомневаюсь, что кто-нибудь из вас купил бы такую машину. Делайте выбор правильно, исходя из важных факторов. Первое – это ваш слух, который надо защищать. И второе – это ваши профессиональные качества. Если вы все-таки хотите развивать карьеру диджея, то выбирайте правильные наушники, которые, ну, реально послужат вам доброй, хорошей нагрузкой на ваши уши, которые, ну, смогут вам родить определенное творчество. И поэтому существуют наушники, которые надо выбирать, слушая, обязательно одевая их на голову, а существуют вот такие, которым можно просто верить. В силу того, что гигантский пласт музыкантов пользуется именно ими, и они созданы не просто так, а с любовью, с большими наградами. Вот, собственно, и все, что мы хотели рассказать вам о наушниках. А эта информация очень важна, так как вы сохраняете ваш слух и создаете творчество. С вами был Михаил из Alpha DJs, DJ Taga. Вы смотрели очередной выпуск канала ProSheet. На этом очередной выпуск ProSheet подошел к концу. Большое спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, колокольчик. Увидимся на следующей неделе.